На восточное побережье США надвигается снегопад, который обещает стать одним из сильнейших за всю историю метеонаблюдения на континенте. По прогнозам синоптиков, местами сугробы могут вырасти больше, чем на полметра. В Вашингтоне и 6 соседних штатах уже введен режим чрезвычайной ситуации. Отменены более 3000 авиарейсов. В столице закрывается метро, перестают ходить автобусы. Не работают учебные заведения. А палата представителей перенесла свое заседание на следующую неделю. Основной удар стихии ожидается через несколько часов, но дороги уже превратились в каток. Повсюду аварии и пробки. Движение ужасное. Мы тащились 4 километра в час. В итоге решили бросить машину и идти пешком. Я сегодня оделся потеплее, обработал дорожку перед домом реагентами и за пределы своего района не выезжаю. Власти штата Вирджиния уже поняли, своими силами им со стихией не совладать и объявили о мобилизации Национальной гвардии на уборку снега. Ну а в магазинах ажиотаж, жители скупают лопаты, электрогенераторы и воду.